В здоровом теле здоровый дух. Фитнес-клуб «Спортика» официально пригласил всех карагандинцев в спортивный зал. Демонстрация новых тренажеров, зажигательные танцы в стиле зумба и подарки для зрителей. На увлекательном событии побывала Аида Ибраева. Тренером фитнес-клуба «Спортика» для того, чтобы привлечь внимание в одном из крупных торговых центров Караганды, понадобились только зажигательная музыка и хорошее настроение. Красивые стройные девушки и сильные мускулистые парни. Словом, лучшим доказательством эффективности занятий в центре явилась отличная спортивная подготовка всех участников спортивного шоу. За 2 года со дня открытия фитнес-центр завоевал репутацию самого современного спортивного комплекса в Караганде. Сегодня на базе «Спортики» открыли сразу 2 новых класса. Занятия на тренажерах фристайлеры, воздействующие на все группы мышц, а также риэл-райдеры, велосипеды, имитирующие настоящую велогонку, помогающие добиться буквально стального пресса. И все это для того, чтобы карагандинцы были здоровы, говорит директор фитнес-центра Игорь Шевченко. Я хочу, чтобы наши карагандинцы всегда были здоровые, красивые. В этом мы стараемся помочь им, и поэтому я приглашаю всех в наш фитнес для того, чтобы получить заряд здоровья, бодрости и веселья. Мы вас ждем. Кроме уникальных тренажеров, не имеющих аналогов, в Караганде на базе «Спортики» функционируют различные развивающие кружки и классы. Одна из самых популярных на сегодня – зумба-фитнес – также есть в «Спортике». Здесь каждый может найти свое любимое занятие, говорит постоянная клиентка клуба Вероника Житина. Я просто занимаюсь в клубе, занимаюсь на различных классах. И я просто вот рекомендую всем, потому что большой выбор, большой спектр услуг, много очень классов. Мы даже сравнивали с другими клубами с России. У нас даже вот классов больше, чем у них. То есть мы идем в ногу со временем. На презентации последних новинок от фитнес-клуба «Спортика» каждый желающий смог на себе опробовать новые тренажеры и изучить танцевальные движения. Благодарность за участие организаторы подготовили подарочные абонементы и призы для участников. Таким образом, настоящим спортивным праздником для карагандинцев обернулась презентация фитнес-клуба «Спортика». Аида Ибраева, Олжас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.